А сейчас прослушаем очередную сводку происшествий, представленную Асбестовским отделением полиции. За период с 9 по 15 февраля на территории Асбеста и прилегающих поселков было зарегистрировано 526 происшествий. Из них 27 преступлений уголовной направленности. По горячим следам 20 из них были раскрыты. По 7 преступлениям ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Было выявлено 2 случая незаконного хранения наркотических средств. В настоящий момент изъятое вещество направлено на экспертизу. Кроме этого, в отдел полиции поступило 2 заявления от родителей школьниц о хищении сотовых телефонов. Сейчас по данным фактам проводится проверка. Также в течение недели было получено сообщение от сотрудников скорой помощи и городской больницы о причинении ножевых ранений в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемые написали явки с повинной. Возбуждены уголовные дела.